вот такая ситуация, в общем-то, тяжелая на самом деле. Пытаемся помочь девушке. Серьезное заболевание, диагноз рак симовидной кишки с метастазами в печень. Это, в общем-то, очень плохо, конечно. Даже врачи разводят руками, говорят, надейтесь только на Бога, как говорится. И вот мы сейчас пытаемся собрать какие-то средства, потому что средства на самом деле нужны не маленькие, 227 тысяч. Ссылка будет в описании про девушку на странице в Инстаграм. Мы попытаемся как-то помочь. Кто может хотя бы хоть какой-то копейки помочь, там, либо даже просто сделать просмотр и поставить лайк, ну и максимально сделать репост. В принципе, мы распространить это видео, потому что реально, я думаю, все-таки откликнутся люди, добрые люди, отзывчивые, потому что есть. Это не какой-то не развод, мошенничество, это реально существуют вещи такие страшные в нашем мире. И если кто-то захочет получить подробности, Олеся Прыткова в Инстаграм, можно зайти и там все тщательно расписано. Всем добрый вечер. Такой мой небольшой обзорчик Яниной машинки. За рулем чайник. Volkswagen Polo. Пару месяцев опыта вождения. Пару месяцев всего? Да, в октябре получила, сейчас с ветерком. Ну ничего, сейчас посмотрим, как у тебя получится. Я думаю, ты уже научилась, она в Москве ездит. Сейчас и вот так вот прям и поедем. Ну попробуем. Поедем. С кайфом поедем. О. Какую музыку? А, музыка. По кайфу. А можно вообще без музыки, потому что музыка у нас банится обычно ютубом. Если на ютуб выложить. Понятно. Так, чуть-чуть заправлюсь. Даже... Как говорится, надо еще это накинуть. Ну, да, ремни безопасности. Надо, чтобы, да, говорить, люди, пристегивайтесь. На самом деле я этого не делаю иногда. Но люди пристегиваются. Слушай, ну у тебя прям так это салон, салон такой свеженький, прям все так как положено. Женщина была, ухаживала еще более-менее. Бумер. Че это бумер стоит? У тебя автомат, коробка? Автомат, конечно. Ну как вообще, это первый год твоего вождения, это получается полгода и даже несколько месяцев, по-моему, да? Еще полгода нету. Сколько? Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Нормальный уже стал. Да все хорошо, я чувствую машину. Опа, сейчас, секунду, я пристегнусь, а то на всякий случай, а то я боюсь. Я лучше пристегнусь. Я чувствую машину в этом плане. Да? Конечно. Ну смотри, а то уверенность бывает такая, да, знаешь. Да, бывает разная, я аккуратно. Чересчур люди уже возомнили о себе. Уже все уже 100% как бы. Как правило, первый год вождения у всех наоборот все хорошо получается. Красивый закат, там виднеется церквушечка. Молодец, молодец, рулишь. Я не умею рулить, что такое? А ты с первого раза экзамен сдавай или все-таки два или три раза? Обязательно говорить. Ну, мало ли, просто. Не, ребят, сдала, чтобы не морочиться, теорию сама, естественно. Чтобы не отправляли по 2-3 раза на пересдачу, чтобы я не платила вождение. Деньги, да, на именно вождение. Не платила деньги по несколько раз, больше больше, но оплачивала время все-таки, это все. Угу. Прошло изъяточку дать. Ну ладно, не будем рассказывать, кто конкретно. Ладно, а то подставлять людей, как говорится, не есть хорошо. Закат вообще классный, кстати. Вот на фоне этого виднеется у нас Георгиевская церковь и рядышком построенный рядышком храм, кстати, уже фактически полностью уже там проходит служба, но только иконостасы там еще до конца доделаны. Все делается. Слушай, ну уверенно держишься, молодец. Учил хороший? А бывает не очень, да, инструктора тоже, да, от этого очень большая зависимость зависит от этого. Конечно, не всем они заходят. Ну, кто-то прям голос повышать начинает, оскорблять тоже. Сидит что-то за рулем. У меня прям вообще кайф. Он общительно, он мне там про свою жизнь рассказывал, очень много советов дал. Ругал, даже бывал в том, что я делала ошибки. Окей. Вот так вот и мчимся. Что там, пробка? В городе. А там у нас постоянно светофоры сейчас кругом. Кстати, там главная дорога. Да. Здесь у нас второстепенная. Это я помню точно. Вот так вот. О, кстати, авария. Тут уже авария произошла, видишь? Они, по-моему... Нет? Просто по городу Ивантеевки. Маленький.
Здесь у нас район Бережок. Все строится, смотри, все строится, строится. С каждым днем все что-то увеличивается. Вот здесь дом буквально за полгода уже новая башня строится. Так вот и живем. Учимся. Моя цель — доехать до центра, прикупить чаю. Баба за рулем! Ой, какой ужас! Кстати, не, ну, это раньше было, как, знаешь, там обезьяна с гранаты, такое было мнение большинства. А девушки на самом деле аккуратнее будут. Да, мой инструктор даже сказал, я говорю, что женщины плохо, прям совсем будет. Он говорит, некоторые намного лучше мужиков, они более мягче, аккуратнее, внимательнее. Ну, не внимательнее, мягче, аккуратнее, без вот этих попетрежей, потому что парни все-таки. Короче, газовать не будут, там, это, панты да, свои показывают. Резать, то, что там, да, шашки. Инстинкт самосохранения у женщин разве будет? Понятно. Мчится по шоссе моя Toyota, словно не Toyota, это Volkswagen. Мой Volkswagen словно птица. А есть песня про Volkswagen какая-то? Вот я знаю песню про Toyota, а вот про Volkswagen не помню. Про Cadillac, про Maylin, ну, Volkswagen, про Camry 3.5. Camry 3.5. И достойно только мать и Camry 3.5. Такая-то ситуация, в общем-то, тяжелая на самом деле. Пытаемся помочь девушке. Серьезное заболевание, диагноз — рак семовидной кишки с метастазами в печень. Это, в общем-то, очень плохо, конечно. Даже врачи разводят руками, говорят, надейтесь только на Бога, как говорится. И вот мы сейчас пытаемся собрать какие-то средства, потому что средства на самом деле нужны не маленькие, 227 тысяч. Ссылка будет в описании про девушку на странице в Инстаграм. Вот, мы попытаемся как-то помочь, хоть какие-то деньги. 227, просто нереально такую сумму собрать сразу. А чем быстрее, там, как говорится, время летит, и нельзя отсрочку делать надолго, поскольку это очень плачевно. Каждый день, каждая минута на уровне жизни. Кто может хотя бы хоть какой-то копейки помочь, там, либо даже просто сделать просмотр и поставить лайк, ну и максимально сделать репост. В принципе, распространить это видео, потому что реально, я думаю, все-таки откликнутся люди, добрые люди, отзывчивые, потому что есть, это не какой-то не развод, мошенничество, это реально существуют вещи такие страшные в нашем мире. И если кто-то захочет получить подробности, Олеся Прыткова в Инстаграм, можно зайти, там все тщательно расписано. Есть и посты, все там из больницы, и документы, все есть. Кто-то, если сомневается. Проезжаем фабрику Дзержинского. Здесь, кстати, много фильмов снималось. Сейчас, сервис. У тебя есть время? Занят? А ты хочешь надолго? Нет, я сейчас спрошу, уедем. А, ну давай. Нет, машина подключить за дорогу или нет. Если сейчас долго, конечно. Короче, фильмы снимались. Вот здесь вот «Визит Минотавра», здесь вот Зил вылетает вот в этот, короче, кювет. Как раз такой трюк, такой камикадзе, фактически. Вот. Яна пойдет сейчас узнать по поводу подкачать шины. Нормально? А, ну, поближе. Подожди, все, у меня. А тебе какие, передние, задние? Еще чуть ближе. Нормально? Так, значит, сейчас передние, задние. Ага. Аккуратнее там. О, давай. Яна такая прошаренная. Какие там? Парктроник. Может быть, не выйти? Давай я выйду. Получается? Да. Ну, смотри, как прям как будто. А, здесь еще освещение. Ну как? Молодец. Тебе очень даже хорошо получается. Аккуратненько, машина.
у меня парктроник, он сообщает. Не, я смотрю, конечно, парктроник, он сообщает, короче, что он пищит, он сообщает, что сзади. Как раз и сколько метров и осталось. Ну, это очень важная информация. А здесь, кстати, вот хотел сказать, визит Минотавра снимался именно вот здесь. Вот, клип, видеоклип «Дедуля» в этом, возле этой фабрики Дзержинского, или как «Лыжина» его многие называют по-разному. Вот именно вот в этом промежутке. Визит Минотавра и потом еще «Мечты идиота» и советские фильмы. Ну и какие-то «Коп-стоп», кстати, тоже тут какие-то эпизоды были сняты. Вот, а мы уже подъезжаем к центру города с Яной. Яна, нифига он творит добро, блин. Слушай, ну это беспредел. А вот так вот, да? По тормозам или просто... И нафиг. Бочину прямо. Это таксист был, я так понял. Таксист или хача? Без поворотников. А ты говорил, у тебя такие ситуации были, когда тебя подрезали, да? Передо мной, да. Подрезали, останавливались резко. Офигеть. А без поворотников и еще за стоп-линию выезжал. То есть светофор, стоп-линия, он еще и это... Извините, что я пристегнута, просто их забыла. Ну, ничего, сейчас мне выходить как раз уже, да, меня, меня вот здесь где-нибудь высадишь. Да. Ну все, ребятушки, на этом все хорошего. Всем пока, хорошего, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал. И при желании, по возможности, конечно, делайте репосты, потому что проблема у девушки, о которой я говорил, очень серьезная. Даже ставлю видеофайл, в каком он находится состоянии. Всем пока. Давайте. Спасибо, Яна, огромное. У Олеси очень сложное положение, она сирота, и, как вы понимаете, помощи ждать неоткуда. Вот мы уже несколько месяцев боремся за ее жизнь, так как в регионе, где она проживает, в городе Воронеже, ее забросили, отправили в хоспис после 3 курсов химиотерапии, после этого ей было очень плохо. Лечение очень дорогостоящее, то есть справиться что-то по ОМС проблематично, какие-то моменты, да, мы проходим, но сейчас критическое положение, необходим... Мы открыли срочный сбор, ей необходима операция по установке стента сигмовидной кишки, чтобы она смогла ходить полноценно в туалет. Иначе, если этого не сделать, то девушку можно просто потерять, потому что в какой-то момент опухоль перекроет кишку, и ее просто-напросто не станет, так как вывод колостомы ей сейчас строго противопоказан по консилиуму врачей. Одна проблема у нас накладывается на другую. У нее упал гемоглобин, сделали переливание крови, и после этого образовался асцит. Это огромное скопление жидкости. Сейчас у нее адские боли, она даже не может говорить. Проколы ей делать тоже запрещено, иначе ей не смогут продолжать делать химиотерапию. Сейчас нам экстренно нужно и с этой проблемой как-то решать. Так как у нас мы не в состоянии уже оплачивать, да, какие-то лечебные... Памятник не вернувшись с войны здесь вот такой-то еще, кстати. Погибшим в Чечне, афганской войне, Великой Отечественной, в центре города. Журавли. Дойдем все-таки до Гагарина. Ну, друзья, всем пока. Огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И в дальнейшем мы сделаем максимальные репосты, если есть такая возможность. Как говорится, с миру по нитке, там каждой копейке помогите девушке, которые серьезная проблема, рак сигмовидной кишки, еще раз повторюсь.